Дорогие наши зрители, слушатели, подписчики канала «Музыкальный Клондайк», мы сегодня встречаемся с Бориславом Струлёвым. У нас очень интересная тема, потому что мы дружим много лет, и уже 10 лет Борислав Струлёв проводит замечательный международный проект «Белгород Мюзик Фест». Об этом проекте знает весь мир, без преувеличения, потому что за 10 лет была такая большая плеяда звезд музыкальных исполнителей. Борислав, ты человек уникальный, ты человек талантливый, ты звезда, одна из звезд этой плеяды. Но самое главное, у тебя еще есть безумный талант, как ты любишь выражаться, это талант коммуникации. И ты умеешь влюбить в себя людей с первого взгляда. Вот это про эту любовь и с кем она все-таки у нас уже состоялась. Я уверена, что все, кто был на этом фестивале, они приехали туда по зову сердца, и потому что они реально тебя уважают, любят, ценят и как человека, и как музыканта. Спасибо огромное за добрые слова. Действительно, мне кажется, что, конечно, все-таки не я лично как персона, а, наверное, как бы все-таки прежде всего мое творчество и прежде всего музыка и ее величество виолончель. Мне кажется, что вот этот уникальный инструмент, который действительно по-настоящему продолжатель человеческого голоса, действительно объединяет вокруг абсолютно разных музыкантов, потому что действительно такое вот наше лицо фестиваля, то, что мы многожанровые. У нас, прежде всего, ее величество классика. От классики до джаза. От оперы, без которой невозможно жить и прожить ни одного дня, до танго. От классического рока, потому что действительно на виолончели рок и на других инструментах это неприемлемая часть нашего фестиваля с оркестром симфоническим, с хором, шоу большие получаются, грандиозные, мощные, до театра. И, конечно, наш фестиваль не только концерты, это и уже за многие годы мы доросли до конкурса competition, так и называется. Я специально придумал такое более смещенное английское слово, чтобы дети не боялись и выходили с открытой, радостным душой и сердцем, играли. Для них это должно быть просто выступление, а не какая-то битва за, так сказать, какой-то невероятный вымпел или приз. Также мы вместе с вами, с музыкальным Клондайком, уже бок о бок идем на этом фестивале и создаем невероятный, который уже пережил свой юбилей, пятилетие. Иной раз мои друзья иногда мне говорят: ой, Борислав любит, 3 года уже юбилей, 5 лет уже юбилей, 10 лет, о, грандиозное. Вы знаете, да. Да, потому что все не так просто дается, Леночка, вы сами знаете. И иной раз я, например, и вообще жизнь музыканта чуть-чуть как бы вот год за 3, год за 5, поэтому наш 5-летний юбилей форума, медиафорума, который мы с вами провели, это, извините меня, не 5 лет, а я чувствую, что 50-летие, потому что то количество невероятных спикеров, которые приезжали к нам, я уж не говорю, их разноплановость тоже, и какие умы, какие вообще невероятные направления, которые мы обсуждали, и все это вот действительно как один день. Вот я держу этот буклет, это действительно, ну, невероятное количество, 15 стран, 300 исполнителей со всего мира. Это души, сердцебиение, и вы знаете, пролетело как одна секунда. Ну, конечно, хочется вспомнить, просто назвать вот то, что в голове тех уникальных совершенно артистов, которые уже приезжали и были с нами. Это, конечно, ну, невероятные, совершенно гениальные оперные певцы будущего и уже суперзвезды России, которые прославляют страну в главных театрах мира. Это, конечно, Ольга Пудова, Алексей Татаринцев, Агунда Кулаева, ну, невероятный бас, мой друг, вообще мэтр Владимир Моторин, Олеся Петрова, Хачатур Бадалян,
гениальный, невероятный, самый красивый бас мира Ильдар Абдразаков. Потрясающий совершенно контртенор, который заменил в уникальной премьере Майкла Наймана, которую я оркестровал с помощью моего друга Романа Львовича. Потрясающий Владимир Магомадов заменил некий инструмент, и его голос влился туда, как просто сам Бог велел. Конечно, Анна Аглатова, Сергей Семишкур, уникальный тенор, потрясающий из Мексики и Австрии, Хесус Леон. К нам приезжали дирижеры Аркадий Лейтуш, Хосе Луис Гомес, мой друг-одноклассник, потрясающий талантливый Василий Валитов, дирижер Большого театра Алексей Багарат, конечно, невероятная плеяда и джазменов, и вообще просто друзей, людей, Нино Катамадзе, Мэрия Мирабова, Евгений Маргулис, Робби Лакатош, гениальный джазовый и цыганский скрипач, виртуоз номер один мира, потрясающий джазовый пианист Давид Газаров, Мэтью Ли из Италии. Ну, не могу не сказать про Алексея Архиповского, который просто этот человек, это как вот планета Сатурн. Вот есть и есть. Гениальный балалайчник, музыкант от Бога. Ну, конечно, трубачи Валерий Пономарев и Сергей Накоряков. Конечно, не смогу забыть никогда и безумно рад, что к нам приезжал и был с нами великий, гениальный Эмир Кустурица. Мы должны понимать, что каждый год с нами всегда камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик, каждый раз с нами Белгородский симфонический оркестр, каждый раз с нами Белгородский камерный хор Белгородской филармонии. Конечно, то, что местные музыканты всегда с нами, и джазовые, и бесподобный классный биг-бенд белгородский, который иногда с нами тоже выступает, это тоже часть фестиваля, и это безумно важно. Конечно, все начинается с вешалки. И те повара, те водители, которые встречают, те звукорежиссеры, которые потом работают, доводят все концерты, которые снимались, до хорошего звука. Прямо видно рост, грубо говоря, вот качество, как было это в 2012 году и как в 2022. Вы знаете, это результат налицо. Я бы сказал, что это вот некий пример роста, так сказать, любой музыкальной большой организации, и не только фестиваля. И не только организации, но и региона в целом, потому что это показатели развития культуры в регионе в первую очередь. Абсолютно, абсолютно. Я смело могу заявить, что Белгород теперь может абсолютно называться с культурной столицей Черноземья. И, так сказать, я уж забегу чуть вперед, сразу, так сказать, в нашем интро, то, что мы доросли в нашем, так сказать, десятилетнем пути, а для меня это как будто столетним, по отдаче и затрате энергии, сил и чувств, и вообще, я же на этом фестивале еще должен тоже играть, извините, а не только созваниваться с музыкантами и обсуждать репертуар, тайминг, хотя всегда иной раз наш бессменный ведущий Василий Мечков всегда говорит: Борислав, вы понимаете, что уже третий час, да? И людям все-таки нужно как-то уже вставать, размяться. А у меня еще не выходил, например, какой-то там уникальный музыкант, потому что все музыканты приезжают и хотят показать все самое лучшее. Знаете, раз в год вот эти 3-4 дня и фестивальный дух, он позволяет переходить грани возможного, превращаться в невозможное, и в том смысле, что тайминг концертов очень большой, хочется всем высказаться, пусть так и будет. Это вот такое тоже наше некое лицо. Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел сказать, мы открываемся впервые в рамках Open Air. Open Air – это концертный зал,
под открытым небом. Концертный зал на солнце, перед звездами, на воздухе. И город Белград превращается в филармонию, город Белград превращается в оперный зал, город Белград превращается в балетный зал. У нас будет все. У нас будет балет, опера, классика, рок, джаз, техно, диджей, соединение того, что еще никто никогда не делал. Это абсолютно новый проект губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова. Я хочу сказать ему огромное за это спасибо, то, что он в нас поверил, он увидел наш невероятный путь. Он был на последнем сейчас, я бы сказал, вот 10-м юбилейном фестивале, присутствовал. Огромное вам спасибо за поддержку. И, конечно, я бы хотел сказать слова благодарности нашему фонду поддержки классического музыкального искусства Белгородской области, которые 10 лет бок о бок создавали и делали вот практически невозможное. Поэтому, если бы действительно не этот фонд, то мы бы не были готовы к огромным, уже, я бы сказал, вот таким абсолютно общероссийским и мировым свершением. Поэтому это долгий путь, это невероятная работа каждодневная. К этим трем дням работы на сцене работа 363 дня в году. Поэтому я хочу благодарить, во-первых, всех партнеров. Я хочу благодарить, конечно, всех музыкантов, которые приезжали, уже откликались к нам. И тех, кто еще приедет на Open Air. И, конечно, сказать спасибо публике, которая настолько стала верным другом. Вы знаете, иной раз, вот еще я не готов с афишей, а просто вешаем Белград Мюзик Фест и даты. И практически билеты уже проданы. Это дорогого стоит. Я мечтаю и так, чтобы было и в других регионах и городах, поскольку нам пора с этим брендом Белград Мюзик Фест, Борислав Стурлев и друзья уже путешествовать, выступать, как это делают другие мои коллеги, и показывать достоинство региона совершенно в других местах и, так сказать, странах. К этому мы полностью готовы. Фестиваль был всегда международным. Поэтому мы вот это все, так сказать, создавали и будем создавать. Ну, а то, что сделано было очень много премьер, для этого есть наш сайт, для этого есть наш партнер «Мир Белогорья», который заснял каждый концерт за 10 лет. Есть все фотоотчеты, есть видео. Можно побывать на каждом концерте, будучи на нашем сайте belgoradmusicfest.com или .ru. Приходите в гости, усаживайтесь поудобнее и слушайте, смотрите наши невероятные записи. Это уже абсолютная история, это уже не вернуть, потому что некоторых артистов нет живых, и мы их очень помним, любим, ценим. К нам приезжал великий Мишель Легран, который совершенно влюбился в город и обожал Россию, и выступал со своей супругой, арфисткой. Это было незабываемо. К нам приезжал мой друг, с которым практически были первые мои шаги на сцену, и его в виде конферансье и музыковеда, это Святослав Игоревич Белза. К нам приезжала великая оперная дива и, в принципе, дала недосягаемый уровень фестиваля. Это Елена Васильевна Образцова. Ее визит, ее один из последних сольных, полных выступлений, сольных концертов дал нашему фестивалю невероятную поддержку, веру в то, что действительно то, что мы делаем, то, что я делаю, это правильно. Я ей буду благодарен за это всю жизнь. Мне довелось с ней быть на сцене, выступать. Я хочу сказать огромное спасибо также фонду Елены Васильевны Образцовой, Наталье Игнатенко, действительно другу. Много-много лет мы вместе. И именно сейчас в формате Open Air вместе с фондом Елены Васильевны Образцовой и Натальи Игнатенко мы откроем наш фестиваль под открытым небом на главной соборной площади города оперным балом в честь Елены.
Елены Васильевны Образцовой. С лучшими певцами, с лауреатами первых премий лучших конкурсов, такие как Чайковский, Глинка. Это будет совершенно сверхъестественное шоу, куда я всех приглашаю. Также специальным гостем будет невероятный совершенно человек-артист Олег Михайлович Газманов, потому что я решил пригласить его абсолютно в неком новом амплуа и оркестровал невероятной красоты его песни. Симфонический оркестр и хор поддержат. Это абсолютно новый формат этого артиста, поэта, гражданина. Дальше, конечно, визит невероятного Сергея Леферкуса. Это легендарный человек, певец, человек, друг Елены Васильевны Образцовой, вообще легенда просто советского, российского вокала. Вообще много очень гостей, много друзей. У нас будет хор Пятницкого, у нас будет великий хор Владимира Николаевича Минина, с которым связана вся моя жизнь, поскольку мой отец один из основателей и человек, который с первых дней работал в этом хоре. И, в принципе, я родился. И благодаря репетициям, благодаря каким-то вот этим уникальным первым премьерам, концертам Свиридова, Гаврилина, я, в принципе, получил духовную инъекцию к великому искусству. И я считаю, что если бы, может быть, не вот эти репетиции и не мои вот эти вот вместо детского садика, полностью не понимая, что происходит, я просто сидел 3 часа и слушал эти репетиции, мой пустой сосуд был заполнен. И я, так сказать, сосуд душевных сил и душевной энергии, да, я этому безумно благодарен и рад, что они приезжают. Это будет совершенно нереальные выступления. И вообще, грубо говоря, про палитру всех выступлений практически невозможно в 2 словах передать. Потому что это по 3-4 концерта в день. В одном месте города мы сделали поэтический такой дворик. Poet Point, где мой друг, с которым у нас уже много лет сотрудничества, с потрясающим, гениальным поэтом, основателем фестиваля и конкурса «Филата Фест». Это лучшие поэты со всей России, молодые, будущие Маяковские, Есенины, Ахматовы. Вот они есть. Я был членом жюри этого конкурса, я был поражен. И мой друг Владислав Маленко, так сказать, директор культурного центра Есенина, музея и все-таки театрального невероятного актера театра на Таганке. Я помню, как мы с ним создали спектакль с потрясающего, так сказать, золотого такого, знаете, Олимпа, великий Золотухин нам сказал: ребята, давайте попробуйте, сделайте. Давайте сделаем это на Таганке. Я помню, это вообще какая-то невероятная артистическая была эйфория. И мы создали спектакль «Басни Чела». Сейчас Влад придумал потрясающее новое слово, потому что половина музыки, которую я играю, а он, великий русский баснописец, свои читая современные басни, и Бах, да, и он говорит: «Борислав, Бах – басни, Бах – басни». И я вот сейчас, проходит уже пару месяцев, я думаю: боже мой, это гениально. Теперь так и будет называться. Короче говоря, Владислав Маленко и его поэты постоянно 3 дня в Белгороде на разных местах на улице читают свои стихи, выступают и занимаются вот этой вот частью фестиваля. На другой части 3 балета. Потрясающая труппа «Сан-Мишель», мой друг Михаил Венчиков из Питера приезжает, и мы показываем 3 балета Кармина Бурана, Жизель, Кармен. На этих же площадках приезжают мои друзья, 2 Tuxiberians, группа «Белый острог», невероятная, 2 зажигалки, такие вот люди без возраста, электрогитара, электроскрипка, не пропустите. Дальше приезжают потрясающие наши голоса тенора 21 века. Невероятное приношение великой
Баяновой, великой Изабелле Юрьевой, великому Петру Лещенко, гениальному Вадиму Козину, которому мне довелось в 90-х годах оказаться у него в Магадане дома. Я помню наши концерты, наш тур с великим, гениальным, прежде всего, пианистом, музыкантом, человеком мира, Денисом Мацуевым тогда и сейчас, конечно же, это просто мой друг, уникальный совершенно человек, широты души, сердца и полета, вообще необъятная планета Мацуев. И тогда вот мы, начиная какие-то наши шаги по путешествию по Дальнему Востоку, нас привели вот в такой вот, знаете, называется местная Магаданская Эйфелева башня, так и называли, про Вадима Козина. Честно говоря, в тот момент я не очень понимал, где я, что я, почему я. Но, конечно, с тех пор я безумно полюбил стиль этой музыки, гениальность этой музыки. И наша потрясающая певица, актриса Рожкова, которую вы знаете по фильму «Ликвидация», она приезжает и сделает такое ретро-приношение этим великим всем певцам. И вообще мы просто вспомним то время, чуть-чуть потанцуем. Поэтому наш фестиваль переполнен премьерами. К нам приезжает уникальный также рэпер Ливан с новым сетом джазовой программы. У нас будет премьера моего детища, техно-опера. Это абсолютно новый жанр, это соединение великих классических инструментов, хора, оркестра, диджеев, танца, лазеров, суперсвета, видеоинформации, эффектов. Это просто вот моя мечта, которую я давно чувствую это в себе и создаю. И, конечно, мы это покажем. К нам приезжает классный диджей Фил, который работает с симфоническими оркестрами, и мы, конечно, зажжем. И, короче говоря, дорогие друзья, то, что это существует, то, что это есть, я думаю, что нужно бросать все и приезжать 26, 27, 28 августа в Белгород на наш вот этот вот праздник, я называю это парад музыки, летняя эйфория. Это абсолютная будет вот такая вот нон-стоп тема, где искусство живет вечно. И, конечно, любые катаклизмы, любые напряги, они всегда есть и будут в жизни, а музыка, вечное искусство, приносящее счастье, очень-очень кстати и очень важно. Поэтому, дорогие друзья, всех приглашаю. Музыкальный Клондайк всегда наш партнер, всегда рядом. Мы ждем каких-то ваших комментариев, каких-то ваших слов. Поэтому приезжайте и становитесь частью истории. Благодарим, Борислав. Это очень интересно. И я еще раз хочу обратиться к нашим подписчикам, к нашим зрителям, слушателям и ко всем, кто с нами взаимодействует, о том, что действительно это будет потрясающе, это будет новое измерение. Вот недаром музыка, она способна вообще изменить восприятие мира. И это тот самый момент, который сейчас нужен людям. Так что браво, аплодисменты. Я думаю, что вся наша аудитория тоже аплодирует заранее всему этому вашему большому мероприятию. И мы с вами, и мы счастливы, что мы сотрудничаем, конечно, Борислав. Так что благодарим за все и будем рады присутствовать на этом мероприятии. Спасибо. We'll be right back.